Польша приходит в себя после мощного урагана. Жертвами непогоды стали 5 человек, в том числе 2 девочки, которые отдыхали в детском палаточном лагере на севере страны. Их придавило поваленными деревьями. Еще около 40 ребят получили травмы. Очевидцы описывают, что ничего страшнее не видели. Вековые стволы с корнем вырывало из земли. В считанные минуты лес превратился в пустошь. По всей стране ветер срывал крыши с домов, рушил стены, валил опоры ЛЭП. По многим дорогам сейчас не проехать. Спасатели по несколько часов не могут добраться до пострадавших. Ну, страшнее. Страшнее. Это ужасно, это просто ужасно. Все деревья повалило, мы отрезаны от мира. Мы живы, это самое главное. Мы стояли около стены, а не в центре, чтобы нас не задели деревья. Раздавило наши автомобили. Машину соседа тоже, но главное, мы все живы. Ликвидируют последствия урагана и в соседней Чехии. Там разрушены десятки домов, было нарушено железнодорожное сообщение и энергоснабжение.